Блин, их еще так много! Так, Ань, вот тут в коробке наши снаряды. Все, битва начинается! Удар! Ну вот, Ань, еще один удар мимо. Пришло наше время, ребята! Алиса! Ой-ой-ой, кажется, ну, брат, летит твою мама! Прямо в рот! Если мы не победим главаря, мы проиграли! Мы проиграли! Рано сдаваться! У нас еще... Стой! Последние несколько секунд! Мэджики, не сдаются! Привет-привет! Привет-привет-привет-привет! Привет, как дела? Привет, медведь, ты на канале Magic Pets. Вот как я придумала. Юмичу, при чем здесь медведь? А что, прикольно? Да уж, а если нас не медведь смотрит? Ерунду какую-то вечно придумаешь, надо просто поздороваться. Ой, бу-бу-бу. Ты тут не бу-бу-букай старших, надо слушаться. Привет, я Эйвен. А это моя сестра Софи. Привет, а это его жена Миша. Лайк, вот. А я покемон Юмичу. Привет, медведь. Ох, Юми. Упс, а где киса Алиса? Алиса птичку поймала. И птичка, еще и мышка. Охотничий инстинкт Алискин принес нам сегодня две жертвы. Наконец-то, Ань, ну где вы были? У нас тут планы крутые. Да, супер война. Вообще-то я снимала сторис в ваш инстаграм про то, как киса Алиса поймала птичку и мышку, представляете? Серьезно? Ничего себе, это она к нашей охоте готовилась. Какой еще охоте? И ты нам будешь помогать, потому что сегодня у нас будет супербой. Я не понимаю, о чем вы. Скоро поймешь. Вообще, Ань, погоди болтать. Мы не сказали, что там внизу есть красная кнопка подписаться. А еще Magic Like и комментарии, видите? Они вот сюда в ролик попадают, поэтому их надо писать. Вечно вы забываете все сказать. За вас приходится говорить. И опрос. Опрос и голосуй. Все понял, все запомнил? Да, Алис, я думаю, все запомнили. Погодите, объясните мне, что у вас там опять за план. Какая еще война, какой бой, какая охота? Это монстр и суперпсы. Пойдем, я тебе оружие выдам. Оружие? Вот твое оружие. Это что, рогатка? Серьезно? Да, ты будешь из нее стрелять. В кого? В противника, Ань, в противника, ну. Я серьезно не понимаю, что происходит. Ань, ты что, в игры никогда не играла? Вот и все, ты наша рогатка. А вы? Ты позже увидишь, чем мы будем стрелять. Страшно даже представить после твоих слов. А вот тут наши враги. Киса Лис, ну-ка, убери свою попку пушистую. Что это такое? Это целая армия троллей. Понятно. И как вы собираетесь против них воевать? Для этого нам нужна ты. Ты берешь по одному троллю и выстраиваешь из них армию. Поняла? Я должна выстроить из них целую армию, а потом стрелять в них из рогатки? За это ты получишь от нас большой сюрприз. Да? Но перестрелять нужно всех. За время. Но главное, это супер-тролль. Главное, уничтожить главаря. Но всех остальных тоже нужно уничтожить. Если честно, я не уверена, что даже за большой сюрприз я готова в этом участвовать. Не участвуй. Спасибо. Но если ты не будешь нам тут помогать, мы не будем сниматься на главном канале Magic Family. Это просто какой-то шантаж. Ладно, говорите, что надо делать. Ничего сложного, нужно просто собрать всех троллей, которые у нас есть. А это пенал, в котором собрана вся коллекция, где ты можешь посмотреть, какие они бывают. Ты их вытащи оттуда в общую армию. Тысячи троллей. У нас еще другие есть, не только тролластики. Вот скажите мне, чем я тут с вами занимаюсь вместо того, чтобы снимать ролики на каналы? Между прочим, на канале Magic Family вышло уже 2 новых видео. А на нашем еще не было. И на твоем канале Animagic вышло новое видео. Ну да, согласна. Кстати, по поводу видео, а ты уже смотрела ролик на канале Magic Family, где Юмичу потерялась? Знаете, как я нервничала, когда мы Юми искали? Самое главное, это то, что я нашлась, понятно? И вообще, в этом ролике было много всего с нашей прогулки, кроме моей пропажи. Там есть что посмотреть. Ладно, Юмичу, ну просто мы все нервничали очень. А улитки? Улитки? Ну, где мы их впервые увидели? Переезд наших гигантских улиток в новый дом. А, вы про новое видео? Да, новое видео на канале Magic Family. Как мы с тобой улиток переселяли. И знакомились с ними. Да, оно тоже сегодня вышло. Ань, ссылки в описании оставишь? Конечно. Чтобы ребята могли сходить и посмотреть. А я тоже улиток переселяла. А на твоем же канале впервые в 2019 ролик. Да, киса Алиса. Если они захотят, они сами сходят и посмотрят. Так, а это какая-то карточная игра, и она, я так понимаю, не участвует в вашей войне? Не, ее убирай, нам именно армия нужна. Давай посмотрим на главаря и охранников. Так, это главарь, он будет стоять в убежище. А все остальные тролли, которые не тролластики? Типа вот таких вот игрушечек. Какие же это игрушечки? Аня, это армия троллей, против которых мы будем воевать. Просто они не похожи на плохих. Просто ты о них ничего не знаешь, на самом деле они монстры. Ань, ты все поняла? Хватит разглядывать, давай расставляй армию. Да все, я поняла. Че, я дурочка какая-то, что ли? Вот такие тролли, которые не тролластики, они охранники главаря. Они будут охранять его в убежище, а перед ними будет остальная армия. То есть все волосатики будут в конце. А вы уверены, что мы сможем их сбить? Они такие, мне кажется, крепко стоят на ногах. А вот это уже наша задача, победить армию. Давай, Ань, скорей. Смотрите, какие они прикольные. А есть еще вот такой мелкий с зелеными волосами. Ой, упал. Смотрите. И такой смешной. Да уж, Ань, очень смешной.
Вообще-то он наш враг. Ань, ты можешь побыстрее, а? Вообще-то это я тут с вами вашим безумием занимаюсь. Можно мне за это фигней пострадать? Так весь день пройдет. Ой, какие же вы бываете ворчуны. Ничего себе, сколько их у вас много. Армия! Сейчас начнется война. Давай, Ань, начинай расставлять нашу армию. Не представляю, сколько часов это у меня займет. Жесть. Вот. Отлично, продолжаем. Правнее. Да вы издеваетесь, я реально буду целый день их расставлять. Отлично, Ань, уже хорошо, но у нас еще очень много. Надо поторопиться. Ох, зачем я в это ввязалась? Так, ладно. Аккуратненько, ровненько расставляй, чтобы рядки были настоящие армейские. Я стараюсь. Не переживай, мы знаем, что ты рукожопик, и у тебя может быть не все идеально. Вообще-то я могла и не соглашаться ни за ваш большой сюрприз, ни за шантаж. Давай-давай, не капризничай. Блин, их еще так много. Ань, что-то ты как-то медленно, мы уже уснем все скоро. Да, и потеряем боевой дух. Давай скорее, а то нам ждать уже надоело. Вы бы сами попробовали расставить эту 1000 троллей в армию. Я стараюсь, как могу. Осталось совсем чуть-чуть, потерпите. Давай, главнокомандующего в конец со всеми охранниками. Фух, все, я закончила эту жесть. Я не думаю, что можно из рогатки как-то туда попасть, в этого главнокомандующего вашего. И вообще разбить всю эту армию. Бред, невозможно. Так, Ань, вот тут в коробке наши снаряды. Ты берешь снаряд и стреляешь из рогатки. Все не так просто. Ты первая попробуешь разбить армию троллей. А постепенно мы будем пополнять ряды нашей армии и помогать тебе. Но сначала переверни часы. Вот эти? Мы специально подготовили. Так, ладно, переворачиваю. Все, битва начинается. Мы должны разбить всю армию троллей. И победить главаря до того, как пересыпется весь волшебный песок в этих песочных часах. Так что давай, начинай скорее, ты первая стреляешь. Да это же нереально, слишком мало времени. Снаряд? Твоя первая попытка, не подведи. Три тролля, отлично. Но надо больше. Скорее, время идет. Попробую желтым яйцом. В чем я участвую? Осечка. Не-не-не-не. Раз, два, отлично. И третьего напоследок. И четвертого. Блин, маловато. Время уже бежит. Оно сыпется слишком быстро. Скорей. Я тороплюсь как могу. Отличный удар. Не сдавайся. Когда вы уже мне будете помогать? Скоро-скоро, Ань. Давай, мы уже готовим наши снаряды. Ты пока разбивай армию. Мы же будем ей помогать. Мы же обещали. Продолжай, время идет. Ань, давай быстрее, побольше разбивай. Вы думаете, это так просто? Вот сейчас был отличный удар. Попробую стрелять вот этими снарядами, мне кажется, они удобнее. А постарайся-ка запулить прямо в главаря. Целюсь прямо в него, натягиваю. Так, черт, чуть-чуть не хватило, прямо рядом. Повреждений у армии троллей уже очень много. Наши снаряды лежат повсюду. Но пока что они еще не сдаются. Мы должны постараться сильнее. Я пытаюсь, но это очень тяжело этими вашими мячиками, снарядами попадать в них. Может, армия суперпсов и котомонстров должны вступить в бой? Уже скоро. Удар? Ань. Вообще мимо. Вообще ни одного, и посмотрите, сколько еще живых. Давайте дадим ей еще один шанс. Удар? Вообще ни одного! Погодите, секунду. Раз, два, три, четыре. Отлично. Хоть что-то. Я слежу за часами, времени совсем мало. Приступаем к бою. Начинайте стрелять, мои суперпсы. А я проберусь в их армию. Буду подсчитывать жертвы, количество снарядов и периодически кого-нибудь мочить. Ну вот, они еще один удар мимо. Итак, пришло наше время, ребята. Начнем обстрел. Я буду пинать мимо, а я буду кидать. А я буду выпуливать изо рта. Что-то я бы не сказала, что у вас получается лучше, чем у меня. И я попробую. Так, ребята, жертв пока маловато. Старайтесь лучше. Стреляю. Киса-лис, аккуратнее, мы пуляем. Кто самый лучший стрелок? Вроде неплохо получается. Когда вы команда, армию уничтожить проще. Правильно, Миш, хорошие слова. Но проблема в том, что если мы не уничтожим главаря, а уничтожим даже всю армию, мы все равно проиграем. А времени совсем мало осталось. Так, для этого нужен хорошенький снаряд. Чтобы он был побольше. А может, наоборот, поменьше, но почетче? Нет, я думаю, вот этот подойдет. Ой. Он у меня. Итак, Киса, Алиса, отходи, я сейчас попаду в главаря. Ну, попробуй. Алиса! Ой-ой-ой, отлично, Юмичу, почти. Ты разбила его основную охрану. Прекрасный удар. Софи Сайбаном? Неудачно. Но это было очень даже неплохо. Еще раз. Ой-ой-ой, аккуратнее. Киса, Алиса, может лучше тебе уйти с поля боя, а то попадут тебе мечом в глаз. Или в какое-нибудь другое место, Алиса. Ань, ну ты тоже давай нам помогай. Попробую. Плохой я стрелок. Поймала! Прямо в рот! Все-таки я крутой покемон. Софи, давай попробуем вот этими. Погнали! Чем меньше живых троллей, тем сложнее в них попадать. А я ловлю все, которые случайно отпрыгиваются обратно. Ребята, время на исходе. Блин, не могу найти подходящие шары, чтобы они были побольше, чтобы кидать их было удобнее. Бать, покажи суперкласс. Ща, бам, в яблочко, бам, еще бам, снаряд, а? Бам, пум, бах. Еще один, еще и еще. Отлично, я просто мега-убийца троллей. Да, Эйвен, ты крутой. Время. Остались считанные секунды, мы проиграли. Армия кота-монстра, супер-псов и немножко Аня, мы разгромили всю армию троллей. Но остался главарь. И если мы не победим главаря, мы проиграли. Мы проиграли. Рано сдаваться.
У нас еще... Стой! Есть время! И я, покемон, побью тролля! Побили всех, кроме главаря, потому что до него не достать. Мы проиграли. Миша, следи за часами. Главарь голубой, значит, снаряд должен быть голубой. Да уж, ну и логика, Эйвен. Последние несколько секунд. Маджики, не сдаются! Бам! Офигеть! Юми! Юмичу! Серьезно? Время вышло. Покемон-герой. Мы, кажется, победили. Ура, 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 ура! Мы победили армию троллей, потому что мы крутые! Да, да, да! Класс, класс! Крутая у нас получилась война, да? Ну, да, классно, здорово, ура! А вы переходите.